Здравствуйте! Сегодня мы будем рисовать вот такого веселого льва гуашью. Это видео для деток от 4 лет. Первое, что нам нужно, это взять карандаш и резиночку. Мы намечаем большой круг, это грива льва. И маленький овал, это туловище. Лапки в виде капелек. Веселый хвостик. Стираем лишние линии. Мордочку делаем в виде сердечка. А вот и ушки. Носик треугольничек. Ротик крючочки. Намечаем глазки. Лучистая грива. Отделяем пальчики на лапку. Лев будет бежать такому веселому весеннему холмику с цветами. Следующим этапом мы будем раскрашивать нашего льва. Для этого нам понадобится гуашь, паночка, две кисточки разного размера. Одна более широкая для фона, другая узенькая для маленьких деталей. Вот такой лев у нас должен получиться в конце. Сначала мы раскрашиваем гриву оранжевым цветом, а мордочку, туловище и лапки желтым цветом. Намечаем глазки, носик и ротик. Затем мы делаем зеленую полянку под львом. Делаем голубое небо. Добавляем детальки, которые мы сразу не прорисовали, лучики в шерсти ему рисуем, такие веселые. Можно пофантазировать и сделать льву корону или еще что-нибудь. Вот такие веселые у нас получились львы.